дорогие наши зрители. Мы рады вновь приветствовать вас в нашем Доме культуры. И позвольте мне начать этот концерт с поздравления в честь наших дорогих мужчин. 23 февраля – праздник, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, которые олицетворяют мужество и героизм защитников и освободителей родной земли. На всех этапах ее истории в России всегда с уважением и почетом относились к воинской службе, патриотизму и отваге. И позвольте, уважаемые мужчины, в честь вас от нашего Дома культуры прочесть эти строки. В прекрасном имени мужчина сложились мужество и стать, умение думать и мечтать, быть вдохновленным без причины, уметь любить, уметь дарить, то уходить, то возвращаться, таким непостоянным быть, такой опорой казаться. Оберегай его, судьба, от лжи, предательства, обмана, и благосклонный будь всегда, дай жизни полный, без изъяна, и пусть сплетаются слова в том единственном, любимом, когда природа назвала прекрасным именем мужчина. С праздником вас, дорогие наши, любимые! Всего вам самого хорошего, любви, здоровья! А сейчас мы начинаем наш концерт, наш праздничный концерт. Истинский клуб гармонистов «Муравушка» вновь для вас на сцене, на нашей сцене, на сцене Дома культуры города Истра. Уважаемые зрители, добрый вечер, любители русской гармонии. Разрешите от всей души поздравить вас с замечательным праздником, Днем защитника Отечества. И пожелать вам мира, добра, терпения, радости, счастья и любви вашим семьям. Но самое главное, чтобы всегда сверкало яркое солнце и было мирное голубое небо, и чтобы ваши дети, внуки и правнуки никогда не знали, что такое взрывы снарядов. Дорогие друзья, а для вас сегодня артисты создадут много приятных минут. Наслаждайтесь, встречайте наших гостей. И ведь они действительно все это делают для вас, чтобы согреть ваше сердце, чтобы согреть вашу душу. Открывает наш концерт наш гость из города Мирного, Михаил Морозов, капитан космических войск, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Встречайте, город Мирный, Михаил Морозов. Здравствуйте, мои дорогие. Позвольте, прежде всего, мужчинам поздравить с праздником. Как же в этот замечательный праздник не сказать теплые слова поздравления и, конечно, пожелать мирного неба над головой, чтобы всегда вы жили спокойно, чтобы нам было меньше работы, прежде всего. Мы всегда на страже, знаете, что мы всегда вас бережем, охраняем и готовы всегда прийти на помощь. Ну и иногда спеть парочку песен. Позвольте, в преддверии праздника я все-таки начну, наверное, не с военных песен, а, как ни странно, с гражданских, своих авторских песен. Но этому мои гражданские коллеги, гармонисты, покажут, так сказать, некоторые военные песенки. Поэтому надеемся, что так оно и будет. Ну что ж, песня о родной деревне. Thank you.
чудеса и восстанной красе, реки с полями, невинный экран. Он шагал босиком по росе, свежесть волшебной, сердце вдыхал. В роще за лужей слышали стрели, мудрость земной скрывала заря. Как быстротечно года пролетели, но не забудь мне деревню тебя. В роще за лужей слышали стрели, мудрость земной скрывала заря. Как быстротечно года пролетели, но не забудь мне деревню тебя. Нельзя не гордиться, так вам скажу, где бы ни был я. Добро, но спешу возвратиться, там, где заросшая к церкви дорожка дремлет, могучие своды колонны. А ты подожди, ведь осталось немножко, скоро приеду к тебе на поклон. Там, где заросшая к церкви дорожка дремлет, могучие своды колонны. А ты подожди, ведь осталось немножко, скоро приеду к тебе на поклон. А годы летят, успела считать в жизни своей. Не поставил я точку, чтобы с деревней связь не терять. Я принесу сюда сына и дочку, пусть они знают, как песня поется, или как вечером пахнут стада. И стороной, что деревня зовется, станет для них, как мне, дорога. Пусть они знают, как песня поется, или как вечером пахнет стада, и сторона, что деревня зовется, станет для них, как мне, дорога. Летняя свежесть ласкает лицо, небо встречает, избав три окошка, я поднимусь на родное крыльцо. Вот я и дома, играешь? Стой, парень!
встретить, что нет другой такого же, а в травах свежескошенных пьянящих ароматов меня уносит прошлое на много лет назад. Где поле, а ты дал, я понял речь, отгружал сердечко в зал, и цикл радуги самим собой. Помчались горы, но не погоду остается мне под раму край заветный мой. Под вечер небо хмурится, заводится гроза, с ней ветерок волнуется, и дождь бьет в глаза, а солнышко печалится местечко, не сыскать за церковь усыпальницу, как в дом. Ходит спать, что поле, обретал я волю в речь, отгружал сердечко в зал, не стыкнул работы самим собой. С той поры кончались годы, но любви не погоду остается мне под раму край заветный мой. Сегодня у нас, значит, лучшие вообще
одна из лучших в России лыжная база. Мгновение, приезжайте кататься. Сегодня были соревнования, Истра заняла первые две места. Вот я отсюда, вам привет. Это отсюда у нас 15 километров. Так что летом и зимой все вас приглашаю. Значит, я новичок в этом клубе, я вообще недавно совсем на гармонь взял, совсем недавно. Я тут вот выступал, многие меня уже видели, но вот со сцены первый раз в жизни. Поэтому не взыщите, поддержите меня. Значит, спасибо. У нас есть такая песня любимая, называется «Сиреневый туман». Мы ее переделали вместе с ребятами. И вот что получилось, песня про Искру, про нас. Oh!
Bye.
музыку написал Алексей Сазонов. Эту песню мы увидели, услышали только 3 недели тому назад, и сегодня будет она как бы дебютом. Эта песня мы сегодня у вас здесь покатаем. А еще я поздравил настоящих мужчин с праздником 20 февраля. Тех, которые не купили военный билет, а заслужили. Есть такая песня, я слышу,
интернет, называется «Посадки памятник деревни». Я говорю, ребята, это я, говорю, написал эту песню. Говорит, да, говорю, да. И вот я по просьбе, на следующем концерте, я говорю, я вам обязательно спою эту песню. Вот сейчас я вам спою. Правда, ее запрещают эту песню петь здесь, в Москве. Но подальше от Москвы ее можно петь. Поставьте памятник деревне,
деревню. И я 5 раз ее на пел. Некоторые раз они все стояли, слушали. Вот. А на следующий день он мне пригласил. Пойдем идти мясо там. Прихожу на сценарик, лежит зарезанный поросенок. Моя жена говорит, ну вот, сейчас возьмем туда, прям кусочек. Какой кусочек? Забирайте всего поросенка. Кстати, вот так вот мы 2 раза приезжали, 2 раза нам поросенка резали. Геннадию Заволокину и другим гармонистам, безвременно ушедшим, посвящается. В летнем мареве, выжженной сине, вдруг качнется в глазах окоем, и заплачут гармони родные о последнем поэте своем. Развернув до свиста меха, воздыхает в небе душа и пронзает строчка стиха, и так больно, больно дышать. Полыхнуло сердце огонь, но твоя дорога светла. До неба ты поднял гармонь, выше только колокола. Дорогие друзья, на сцене Юрий Богатырев, город Москва. Там среди русских полей. Yeah.
Хотелось
нам всем убежал. Из деревни в юный городок тех парней было не удержать. Нужных видим не было зло. Нам казалось, ну вот, заживем в этом тихом уютной квартире. А теперь лето теплого живем и домой детство юности нет. Прошлое — это наша любовь, лихо цвет для березовый сон. Нам вернуться, как хочется вновь, беззаботное детство мое. Нам вернуться, как хочется вновь, детство юности нашу уголок. Ты не плачь, моя любовь, горькая личина.
23 февраля. Песня на военную тему Борислава далекого города. Yeah.
помните? Да, да, да. 27-го. Да. Если Бог даст, приеду сюда в Заволокино. У нас в Заволокино это одна из любимых песен. И я думаю, вместе с Черпишкой, если вы помните эту песню, вам будет приятнее ее услышать. Ну, быстро, подожди. Дорогие друзья, Анастасия Заволокина и Захар продолжают дело отца. Анастасия Заволокина является главным редактором журнала «Играй гармонь». Этот журнал тоже издавал ее отец. И, как вы знаете, что 30 лет исполнилось этой передаче замечательной «Играй гармонь». Печались, радуясь, страдая, еще не раз, еще не два. Играй гармонь, играй, родная, напоминай, что Русь жива, ни денег и ни славы ради. Как в чистом поле, за селом, играй гармонь. И пой, Настасья, а мы всем миром подпоем. Наш концерт продолжает заслуженный работник культуры, лауреат всероссийских и международных конкурсов, гармонист 4-й золотой десятки Николай Харлов из Ямала. Представляете, откуда он приехал? Представьте, друг Геннадия Головокина! Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад и счастлив, что я приехал в гости к родственникам, и вот они мне устроили вот такой праздник сегодня, что даже вот доверились всем. Действительно, с Геннадием Заволокиным у нас было очень много съемок, может, кто если смотрел передачи, и зимние, и летние, и вот недавно показывали, а я сейчас веду телепередачу, товарищи собирают друзей на первом артистическом телеканале «Ямал Регион». Передачи смотрят НТВ Плюс, у кого есть тарелки, в интернете выкладывается, вышло уже более 500 передач, 10 лет заваривают и собирают друзей не только на севере, но и по России. И, собственно, даже снимать в Кремле, ну и гармонистов искренних обязательно снимать. Итак, песня. В этой деревне огни не погашены. Песня Геннадия Заволокина. Yeah.
я деревня. Плачет речка, стоя кровь, боль повсюду, но не Истре. Я деревня все. Наше поле, не ваше, заросло. И деревня, матушка, и где мужик твой? Мы полюбились, и живы будем.
надежды огонь. Не меняй своего только строя, дорогая трехрядка, гармонь. И суровые лица светлее, и слова даже мог кто не знать, но душою, сердцами мы пели, и гармошка была нам, как мать. Продолжает концерт член клуба «Буравушка» Михаил Семин, Павловская, Слобода. Ура! Вопросы зрительницы из города Москвы, домик у дороги. Очень любим!
Ура! Я не смогу достать.
Я не съем, не пляски резвые, с тобой не забуду никогда.
песню, как раз приуроченную празднику 23 февраля, казачья строевая песня «Горошка вьется». Досады. Досады хватает.
всего самого доброго и хорошего. Любите гармон. Продолжает концерт наш постоянный гость клуба «Муравушка» Рашид Сильников из Мордовии. Встречайте! Thank you.
Воронежку любит. Волны, волны.
не надо. Я с гармошкой, и мне повезло. Это радость моя и отрада. Я гармошку беру в руки гордо. Подходите, подруги, друзья. Можно жить без дворцов, без комфорта. Можно жить без таёв и без фортов. Но прожить без гармошки нельзя. Дорогие друзья, сейчас выступит перед вами семейный дуэт Стас и Валерий Болотовы. Валерий Болотов. Прошу видеть сигналы. Председатель клуба Истинского Муравушка. Это благодаря этому человеку мы имеем такую возможность встречать гостей из разных городов России. Именно он организатор и спонсор этих концертов. Поприветствуем! И потом посмотрите, продолжатель традиции наших отцов и дедов, Стас, его сын, а вместе с отцом они поступали в телепередачи у Леонида Якубовича. И вместе играли, а Стас уже был там несколько раз. Встречайте еще раз, именно эти люди обязаны этим концертом. Добрый день. Мы недавно стали учиться, поэтому если мы ошибемся, вы нас простите. Мы поправим. Oh,
такие у нас быстрые, замечательные люди. Благодаря только таким людям и держится наша земля. И продолжают концерт гости, земляки наши из города Дедовска. Поющие сердца. Гармонист Михаил Кузьмин. Включай. Это просто фокус, да? Thank you.
всех поздравляем с праздником. И расскажите вам сборную некоторые вариации на нам любимые плясовые песни. Если у кого-то что-то шевелится, прохаста, покажите. Thank you.
60 год как бы нашему клубу, поэтому всех вас ждем, будет еще больше хороших песен, участия. 10 апреля.
А не работай, а пусти дальше. На красную? А? На красную? Все, да. На красную.